Всем привет! В этом видеоуроке я хотела бы показать, как сделать вот такую замечательную обезьянку, символ 16-го года наступающего. Итак, кого заинтересовало, мы начинаем вязать. Присоединяйтесь! Для вязания вам понадобится пряжа двух цветов. Желательно возьмите одну ниточку, то есть я взяла двух разных цветов. Baby Wool буду использовать, 50 грамма, 175 метров. Я использую остаточки свои, как вы видите. Также крючок на полтора, ножнички и вата. Немного, но она нам понадобится в качестве наполнителя. Также вам понадобится две небольшие бусинки, то есть такие бисеринки, бы я сказала, на глазки. Основной цвет обезьянки у меня будет розовый. В качестве дополнительной ниточки я буду использовать бежевый цвет. Сейчас мы будем вязать ручки, и я начну именно с дополнительного цвета. Итак, делаем кольцо амигуруми, закрепляем его и набираем в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Придерживая петельку, затягиваем наши колечко. И в этом следующем ряду нам нужно сделать 6 прибавок, поэтому в каждую петельку мы будем провязывать по 2 столбика без накида. Начинаем. Я буду считать сразу количество наших столбиков, но вы учтите, что в каждую петельку 2 столбика. Итак, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Итак, в конце ряда у нас получилось 12 петель. Теперь нам нужно отметить начало ряда следующего и каждую петельку провязать по столбику без накида. И так сделать третий и четвертый ряд. То есть начинаем вязать в каждую петельку над каждым столбиком еще столбик. То есть делаем так третий и четвертый ряд. Вот я провязала 2 ряда. Теперь отрезаю нашу ниточку. И отмечаю ее уже сверху в качестве начала ряда. И продолжаем. Теперь смотрите, отметив начало ряда, нам нужно сделать в этом ряду 6 убавок. То есть мы будем вот так вот за полустолбик 1, 2 загинать этот крючок. Теперь протягиваем сквозь эти 2 петельки ниточку и сквозь последние 2 петельки. Вот таким образом будем делать 6 раз. Смотрите, 2 раза за полустолбик вот так вот протягиваете сквозь 2 полустолбика и за образовавшиеся петли снова вот так вот. Это 2 убавки у нас получилось теперь. 1, 2. Так вот протягиваете сквозь них ниточку и снова вот так вот 2. Так, теперь снова 2 полустолбика, захватываете ниточку и вытягиваете. Снова 1, 2, ниточку протягиваете и снова протянули. Теперь снова 1, 2, ниточку протянули и снова вытянули. Все, 6 убавок мы сделали. Теперь, что нам нужно сделать? Вытягивайте начало ряда, ту ниточку, которую мы отмечали, и прираспустите последнее, что вы вытягивали ниточку, так вот оденьте на крючок, и обрежьте ниточку на небольшом расстоянии. Теперь смотрите, меняем цвет на основной. У меня будет розовый, вы берите какой вам удобно, какой вы хотите.
Вот, я буду вязать розовым. Берете начало кончик розового. Так вот. Немножечко прислоните вот так вот к пальчику, натяните. И проденьте сквозь эти две петелечки, которые мы прираспустили, вот эту дополнительную нашу, ой, не дополнительную, простите, основную ниточку, основной цвет. У нас по кругу осталось 6 петелечек. И теперь в каждую из 6 петелечек нам нужно сделать столбик 1 без накида. Смотрите, мы будем загинать вот так вот крючок под первый столбик и постепенно ввязывать наши кончики. То есть наши кончики ниточек должны быть между столбиком, вот так вот, вот столбик, и ниточкой. То есть постепенно ввязываете. Это у нас уже второй столбик связан. Теперь снова вот так вот под третий столбик загоняете крючок, захватываете ниточку, снова третий столбик. Теперь четвертый, четвертый будет немножечко неудобно, так как мелкая деталь, но вы постарайтесь. Четвертый, вот пятый и шестой здесь же. Все, теперь смотрите, мы провязали 6 столбиков без накида. Теперь можно вот эти вот кончики до конца обрезать, чтобы они вам не мешали. Итак, мы провязали сейчас шестой столбик, ой, шестой ряд, простите. Берем ватку, такие вот небольшие кусочки, и нам нужно набить серединку, так вот помогаете крючком, набить серединку нашу вот эту вот образовавшуюся такую бухольку, вот эту вот нашу, нужно набить ваткой. Хотите, делайте это гораздо раньше, но мне, если честно, абсолютно без разницы, когда набивать. Я, бывает, иногда забываю и набиваю в конце в самом. Вот. Поэтому, как вам удобно, хотите сразу набивайте, хотите после. Вот, мы набили слегка этот вот шарик наш этот и продолжаем. Смотрите, мы сейчас провязали шестой ряд. Нам до 15 ряда, да, нужно провязать 6 столбиков без накида. То есть продолжаете. Вы видите, уже у вас цвета, вот, цвета различаются, поэтому вы видите уже столбики, где у вас начинается начало ряда. Теперь каждый столбик из 6 провязываете столбик без накида, продолжаете, в общем, вязать высоту нашей ручки. Так вот, первая петелька будет не совсем удобна. Первая петелька будет не совсем удобна, поэтому вы постарайтесь ее так вынуть. Я возьму крючок меньший. Может, им получится так сразу. Вот, получился меньше крючком, поэтому я сделаю одну петелечку меньшим крючком. И продолжаете вот так вот столбики без накида делать до 15 ряда. Продолжайте самостоятельно. Вот я довязала 15 ряд. И теперь нам нужно соединить две части. Вот, вот этот, получается, дудочку эту соединить. И вводить в одну и вторую стенку. И сделать столбики без накида. Три штучки. Один. Так вот. Два. И три. Две стеночки соединим. Еще раз делаете воздушную петлю и отрезаете ниточку. Вот так. Вот она у нас
получилась вот такая ручка. Такие детали нужно сделать две. И две ножки. Ножки делаются точно так же, как и ручки, всего лишь на один ряд выше. То есть делаете не 15, не до 15 довязываете, а до 16. И заканчиваете точно так же, соединив трубочку с двух сторон тремя столбиками без накида. Вот ручки, ножки я связала. Вот такие получили замечательные. Сейчас я приступаю к вязанию хвостика. Делаю воздушную петельку. И в нее 26 петелек еще воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 петелек воздушных я набрала. И теперь в каждую петельку делаем соединительный столбик. Вот таким образом. Петельку и протяжку. Петельку и протяжку. Петельку и протяжку. Петельку, протяжку, петельку, протяжку, петельку, протяжку, петельку, протяжку. Итак, делаем до конца ряда все петельки. Вот я сделала все протяжки до конца ряда. Теперь делаю воздушную петлю и обрезаем. Вот. Итак, хвостик у нас тоже готов. Можете вот так еще ниточки обрезать, они лишние. Теперь лапки и хвостик у нас готовы. Нам осталось сделать туловище, голову и ушки.